Привет, сегодня вам расскажу, как я тут снимаю сериал по, ну, по приключениям Скайриму. Так, сейчас я снимал уже не помню какую серию, то ли 21-ю, то ли 20-ю, там где появляется лица уже Стелла, вот Стелла, ну, ихняя подруга. Подруга в ковбойском стиле. Только там пускай стоит Стелла. Тут у нас что-то Скай тут. У нас. Ну, вы уже видели обзор, по-моему, и вот эти штуки. И там Скай что-то рисовал на ней. Ну, вот такой вот штучки. А вот сам Скай сидит. Ну. Он же одевался вот в эту. Вот в эту сейчас, кстати, свою синюю мантию. Или как она там у них называется? Кто знает, как она называется? Это у них мантия или как? Из одежды вот это специалисту. А тут был у нас синий. Так, что-то пришло мне опять. Фейсбук какой-то мне пришла с интернета. Тут у нас был, как всегда. Тут у нас новые акционочки появились. Я вам показывал с Кевином. Вот видите мою руку там. Виника сам делал. А эти... Кто-то повыкидывал, я их позабыл. Да, вот так вот я тут. А там у меня кафешка. Там вот это завалилось. Вот, кстати, у нас... Кристофер. Он мотает в кафешке этой. А это так, я вот заряжаю телефон, тут у меня телефон так заряжается. Из кадра я их убираю. Ждите. Сегодня я выложу эту серию. То ли 20-я будет, то ли 21-я будет. Будет эта серия. Или 22-я. Да, теперь... С ними будет жить уже и Стелла. В этой серии она, я вам скажу, что это же серия, она к ним будет, она к ним придет Блум, и все будет показывать. Покажет он тот шкаф, где золотой Белль. Потом она ей покажет, ну потом она все сама увидит, и кухню там посмотрит Стелла. Давайте куда-нибудь там поставим, чтобы она нам не мешала Стеллу. Стелла это... Вот, кухня. И что... Да. Да, вот такая вот у меня всё тут состоит так. Так, кому что надо. Вот, да. Да, вот так вот я и снимаю. Все я сам озвучиваю. Озвучиваю я сам их. Делаю их, конечно, всех. Да. Да, давайте я вам что еще тут покажу. Да. Ну так я и снимаю. Ну, наверное, и снимаю. Ну давайте все, прощайтесь. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на этот канал и на тот канал с куклами моими. Мультики про кукол. Все, всем пока, подписывайте. Не забывайте лайки ставить. Не забывайте и серые кнопочки делать в красную кнопочку. И все. И всем удачи. Я говорю, я с вами не прощаюсь, а говорю, до новых встреч на моем каналчике. На том и на этом каналчике. Все. Все, всем пока. Кто обожает кукол, ставьте лайки. А кто обожает Винкс, тоже ставьте лайки. И все, всем пока.